Привет всем. Понедельник, 15-е. Ой, сейчас я перчатку одену, а то у меня руки будут мерзнуть. Мы на прогулке с Шанюхой. Какая бы погода ни была, мы, конечно же, выходим на прогулку. Снимать не всегда могу. Но сегодня вот минус 8 градусов. Зарядила кнопку Bluetooth. Ну, во всяком случае, заряжала. Но что-то она не работает. Так я думаю, может, потому что холодно и не хочет работать. Ну, в общем, не знаю. Странно, конечно. Вот мы ходим по таким протоптанным дорожкам. Вот там тротуар почищенный. Ну, в общем, местами есть, где проехался трактор, не гусеничный. А вот смотрите, сколько снега. Видите, кучугуры какие на это. И с этой стороны начистили. Так, а там мы не пройдем, Шаня. Там что-то слабо протоптали. Ленивые люди. Значит, идем сюда. Ну, в общем, вот так и гуляем. Ой, самое главное не упасть нам. Потому что местами вот ездят такие со щетками чистят. И вы знаете, после их чистки они так отшлифовывают, что и скользко становится. Ну, в общем, вот так гуляем. Ничего страшного. Если тебе надо это помнить. Так, пропустим. А то накладывается. Я в берете в этом заставляю себя ходить. Скажу честно, я его недолюбливаю. Ну, не скажу, что я совсем его не люблю. И я одела этот шарф. Обычно я одеваю с белым. Но думаю, я буду разговаривать помадой. Так я стараюсь так отодвинуть. И бороду хочется спрятать. А он светлый. И, конечно же, помадой его... Так, сейчас я на стоп. Так. Ага. Видео идет. Прошли участок сложный, там, где машины. Мне же надо безопасность соблюдать. Вот тоже сколько снега. И там кучугуры. О, сколько трактором начистили. Вот здесь трактор проехал. Здесь можно свободно идти. Вот. Так. О, вышли мы уже на ровное место. И можно шагать свободно. Зарядка продолжается. Я, между прочим, для шеи, я, наверное, говорила, что делаю зарядку уже, наверное, месяца два, может и больше. И еще подключила зарядку для тела. Ну, такая вот у меня. Я делаю ее так с наслаждением, с удовольствием, растягиваюсь просто. Делаю такие упражнения. Я не делаю такую зарядку, чтобы потеть, хэкать. А, в общем, все двигательные части тела так немножечко проработать, погонять кровь. Ну, может, и лимфу, не знаю. Но когда-то я делала такие упражнения. В общем, на растяжку. Потом забросила я это дело. А это снова вспомнила все те любимые упражнения с гимнастической палкой. Ну, наклоны. Ну, в общем, махи руками, ногами, лежа, стоя, сидя. Всякие такие упражнения. Вот, а потом после... У меня уходит где-то минут 35-40.
на эти все свои занятия. И потом минут 35-40 у меня ходьба. Шаня, стой. Не, иди, нет машины. Ну, в общем, так где-то надо двигаться. Шаня, пошли, бегом, 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 бегом. Здесь не надо расхолаживаться. Так, жалко, что перчатки не выключаются. Нет? Нет. Ой, извините, я вас так... Думаю, что это на остановке столько людей. И на тротуаре стоит, и на остановке. А потом присмотрелась, а там в оранжевых жакетах что-то такое лицо темное, как загорелое. А они остановку чистят. У нас каждый день присыпает снега. Ну и, в общем, люди стоят за остановкой, а там чистят остановку. Ну, хорошо. Пусть чистят. Сейчас. Вот, покажу. Вот, видите, сколько людей. Без масок. Что радостно смотреть, когда люди без масок, они всегда в масках. Да? Дело в том, что это как-то на тебя действует, боже, сколько людей. Капец. Ёлки-палки. Ну вы смотрите. Это он так махнул рукой. И мне телефон сбил. Так что извините. У вас труснуло не только я, а еще и это. Зачем так махать руками? Этот сотрясение мозга в моем телефоне. Капец. Ну, конечно, я виновата. Нет, почему я такая темная? Капец. Или на фоне снега. Ну, не знаю. Ай. Опупеть. Так, сейчас мы с лабрадорчиком встретимся. Он так хочет сюда к Шане, а Шаня не хочет. Здравствуйте. А Шанька пробегает, а он же так же к ней. Молодой лабрадор. Красивый такой. Мне они очень нравятся, лабрадоры. Так, что у моей жизни? Закончила я пальто еще одно. Это у меня 17 января. Ну, в общем, грубо говоря, за месяц, а если точно, то где-то 3 недели и пару дней я шила 4 пальто. Что-то я такая темная. Вот. Ну, в общем. Ну, ты посмотри. Шила внуку в январе. Потом себе. Потом Виктории. И Насте. Ну, в общем, вчера они пришли, забрали. Снимать я не снимала. Так, фотографии. Обзор сняла. Но они когда забрали эти пальто, в квартире снимать, ну, оно не смотрится. Они стоят без обуви. Ну, в общем, я не снимала. И не знаю, теперь я буду выпускать их или нет. Возможно, я говорила, давайте встретимся на улице как-нибудь, и я вас сниму в этих пальто. Но самое главное, что они забрали, очень довольные. Но теперь у меня голова болит, чтобы его сшить. Пальто надоело шить.
вот эти утеплители, вот эти подкладки. Хочется что-нибудь такое легенькое. Блузочку. Ну, в общем, а Настя вчера: баба Оля, я хочу, чтобы ты сшила шапку-ушанку. Я говорю, я же тебе шила, когда ты маленькая была, с вышивкой. Она к этому пальто подходит. Я не думаю, что у тебя, ну как маленькая, она не такая маленькая была. Уже, наверное, в школу ходила. Вот. Я говорю, может быть, это, она на тебя подойдет. Она как раз, говорю, подходит к этому пальто новому. Вот. Ну, я не знаю, может, они где-то заныкали ее. Так что-то и рука у меня замерзла. О, что-то я тут уже светлее. Наверное, потому что ближе. Вот. Сделала 2 заказа в интернете. Так. Так, конечно, на морозе лицо не лучшим образом выглядит. Оно и так. Так, об этом не будем. Ой, я сколько у вас натрусила. Ну, в общем, 2 заказа сделала. 1 заказ трикотажей столько. Надо шить их. Футболки, толстовки, свитшоты. Ну и, в общем, так, поднимаемся наверх, Шаня. Опа! О, преодолеваем препятствия. Снежные горки. Вот так. И заказала в магазине, в котором я каждый год, и в прошлом году, мне кажется, я заказ сделала GTL. Так. Сайт у них GTL.UA. Вот. Иголки для оверлока и для распашивалки. Чтобы, потому что распашивалка капризная барышня, и ее надо, конечно же, специальными иголками работать на ней. Ну, от тех, которые для оверлока. Вот. Она тогда с петлителем хорошо совмещается в работе. Что-то, а что я еще заказала? Уже не помню. Ну, в общем, все для шитья. И заказала. Распродажа была очередная. Ну, у них постоянно распродажи на марке 365. И, в общем, трикотажи там не сильно-то покупают. Думаю, боже, какая же я черная. Вот. И очередная объявлена была распродажа пару дней назад. И я решила прочесать там трикотажи, какие там имеются, и со скидками. Ну, в общем, 5 отрезов я прихватила. Я уже и оплатила их. И сегодня они, по всей вероятности, вышлют. Они без задержек высылают. А завтра я уже и получу. Так, здесь есть места такие скользкие. А, трусит. Коврик с балкона. Но Шаня такого не любит. Ну, в общем, 5 отрезов с 50% скидками я заказала. У меня уже там, я отдельно сложила, не в шкафу, а так в уголке, в комнате, трикотажи. Там уже такая стопка, так, сейчас мы наклонимся. Вот, вот так. Зарядку же делаем, значит, наклоняться несложно. Так, идем по стадиону школы. Здесь в разных направлениях протоптанные дорожки. Шаня тут была
кинулась побежать через на простеть. Но застряла по шею, испугалась. Постояла и назад. И больше ее уже заманить в снег нельзя было. Нема дурных, скажи, Шаня, да? Чтоб я в такой толщине снега ныряла. Вот. Ну, в общем, смотрите, какая белизна везде. Даже собачьи следы отходов не видны, потому что постоянно снег присыпает каждый день, да? И рыжие пятна присыпает. И чистенько. Белый снег, смотрите, какой. Везде белый снег. А вот под столбиком одним и вторым следы виднеются. Вот. Так что жизнь продолжается в том же темпе вальса. Иногда в темпе какой такой диско, быстрый танец, да, ну еще какой-нибудь. Вот. А как иначе? Жизнь продолжается, надо жить, несмотря ни на что, ни на ихние ковиды, будь они проклятые. Те все меры, которые они делают, как бы заботясь о нас. Ой-ой-ой-ой, я так и поверила, что это они так переживают. Я еще весной говорила. Это, говорю, больше всего меня настораживает их переживания за наши судьбы, за наши жизни. Вот. Когда это было правители, чтобы переживали за простой народ. Вот. Так что, несмотря ни на что, живем. Надежда умирает последней, поэтому надеемся, что утихомирится это все, уляжется. Так, тут у меня такое место, чтобы не грохнуться. Вот. И идем дальше. Белизна такая, так иногда вот смотришь, сплошное оно, и очень тяжело заметить вот там, где снег, и перед этим у нас был гололед, и трактор прочистил, и проблески льда, вот я сейчас вот вижу, и если не заметишь, можешь встать и упасть, поэтому надо очень аккуратно. У меня вчера муж грохнулся. Вот, хотя говорила ему, мы провожали детей. Это уже было, наверное, часа 10 вечера. А там такой ледок. Он захотел в свои-то годы прокатиться. Ой, извините. Так, я сейчас... Вот так. Так. Прокатиться. Ну, в общем, прокатился. Упал. Но... Так, извините, что вот это у меня, я не знаю, как оно там будет. Я вижу, что очень темное лицо, как-то цвета странные. И, ну, вы помните, какая я. Я, конечно же, не темнокожая. Вот, ну, а на видео прямо хоть Нью-Йорк едь. Так. Шанечка, ты тут? Ой, ой. Вы знаете, вот это еще, когда так, скользкая погода. И самое опасное, когда под ногами эти пакеты полиэтиленовые. На них станешь, точно упадешь, не удержишься. Они настолько снег, и этот пакет примерзший такой. Это такая скользота, что... Удержаться невозможно. Я когда-то тоже вот
встала была на тот пакет. Вот. Поэтому осторожно надо смотреть под ноги. Вот. Падать нельзя. А, это машина или это что-то? Или это с канализации прет горячий пар? Уже какая-то, или это машину он включил на обогрев. О, водителям сейчас свои машины выкапывают из снега, вот тоже с лопатой, вот, и выкапывает. Может, несколько дней не выезжал. Так. Ну, что, на этом, кажется, все свои новости сказала. Вы не потеряла я вас, а вы меня из виду. Встретились так. Вот. Ну и на этом буду заканчивать. Пока-пока. Спасибо, что заходите, что смотрите. Ставьте лайки, дизлайки. Каждый раз говорю и самой так как-то... Как зазубренно я такое говоришь. Вот, но... Кто не подписан, подписывайтесь. И до новых встреч. Возможно, мы встретимся на распаковке. Я не знаю, буду показывать или нет. Так, крепкого здоровья вам. Сегодня праздник. У нас называется стритыня. Как это оно называется, я что-то не помню. Вот. В народе как-то считается, что это встречается зима с весной. Вот. Но к религии это не имеет отношения. Вот. Ну, в общем, поздравляю всех, кто как бы верующие, потому что неверующие, тем без разницы, какой сегодня день. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.